вариант, когда я прилетаю, это может вариант, когда он начинает бить прямо шлепей. У меня задача здесь перекрываться, сдерживать его, и там извлекать оружие. Здесь может по-разному произойти, может вообще не дойти до извлечения оружия, да, то есть он может перекрыть все это здесь. Такой тоже может быть. Значит, собственно говоря, как возникает ситуация, когда у нас, да, один из контекстов, когда у нас у обоев оказывается привлеки. Например, ты пробиваешь, я сбил, разорвал дистанцию, извлек оружие, и для меня это зона, это область самозащиты, самооборота. Опять же, то же самое можно зарабатывать. Но здесь всегда есть шанс, что он, собственно, тоже носит оружие. Во-первых, в этой ситуации к вопросу вообще об извлечении ножа, если вот эта ситуация в принципе достанет травмат и меня заставит, то ну, большой вероятность будет прав. Потому что у меня есть прямая угроза, да, для ножом, его жизни, и как бы у него больше шансов в этой ситуации как-то вернуться в свою сторону. Но, собственно, в качестве оружия точно так же, например, что там еще раз пройдет, точно так же можно готовить прямо. Мы разошлись, у нас появился смерть. Один из способов, я уже показывал, собственно, сильно избежать, но он не, как это сказать, да, он опять, он не про самооборону. То есть мы будем идти все время стараться вернуться до того, что желательно делать. Да? Это когда мы пресекаем ее на входе. Да, либо я имитирую нехорошо чай, либо я вот, значит, начну, да, работать и так далее. То есть это уже разные контексты, которые мы можем. В данном случае у нас была задача показать, как мы можем в принципе прийти к смерти. Да? Либо то же самое делаю я. Я пробиваю, выхожу, извлекаю. Точно так же здесь начинается работа против безоружного, против вооруженного. Неважно, главное, что между нами появится дистанция. Если, ну, опять же, пространство позволяет, да, минуты, там, лифт, или еще что-то. Это тоже достаточно много. Значит, на двух вещах в дальнейшем действия базируются. Первое, это просто на логике, то есть я не буду лезть туда в корпус, я не буду лезть туда, может быть, через фигуратор в ногу, я не буду лезть в голову, потому что, собственно говоря, логика заключается в дистанциях, а именно, что чем ближе я к нему, тем ближе он будет. Хорошо, когда мы это делаем с имитациями, когда мы берем острое железо, то, собственно, достаточно просто походить в дистанции с заряженным человеком, почищать это все, туда пропадает желание. Здорово как отрабатывает, но это превращается как раз, собственно говоря, в спорт, в спортивное единоборство, которое как бы тоже само по себе интересно, но не совсем вот, получается, да, по прикладной. Кстати говоря, кто считает, что в городе не бывает никогда симметрии, бывает. То есть у меня и у учеников бывали случаи симметричного, обувь бывает достать, там кто-то должен получать, кто-то получает, и при этом даже ничего не расходится, которые были у нас запрещены, и как бы так. Продолжать, значит, мотивация какая-то достаточно сложная. Соответственно, ну, моя логика заключается в том, что чем ближе я к нему, тем ближе он ко мне. Это не очень прикольно для меня, вот как человек не отрабатывающего вбегания, но я помню, что он тренировался, а для меня как человека, который работает в самообороне, в самозащите. Да. Поэтому отсюда появляется первая цель, наиболее для меня осмысленная, это вооруженный штаб. Ну, опять же, если как человек не дает, не вооруженный, да, не на мандат. Это первое, откуда наберется из логики. Второе, откуда наберется, опять-таки, и не последняя вещь, на самом деле, про что нужно помнить, это с точки зрения вообще-то ответственности. Потому что колющие предупреждения с большей вероятностью, опять же, не факт, что они сразу берут останавливающий эффект, все знают, да, что нож как бы не дает такого, ну, в некоторых случаях дает, да, но непредсказуем до конца в плане останавливающего эффекта. То есть там та же самая палка, например, она была бы более надежной, да. Там, не бьете в голову и не убьете. Везде все остальное, там, скопическое дубинка, как такое восковое ночь, да? Можно бить куда угодно, останавливающий эффект, точно, соответственно, сломает руки, ноги, да? Но не убьете человека. С ножом не всегда так. Ну, это все видели, как бы, в записи, там, и так далее, все различные ситуации. Поэтому вопрос укола. Не всегда могут дать такую гарантию, как бы, да, по останавливающему эффекту, но они могут дать срочные последствия, когда человек все равно получает летальный эффект. Для с точки зрения самообороны это совсем не лучший вариант. Это тоже не все понимают, кроме того, но опять же там и камеры везде, да, и прочее. И когда вы полите, это хуже, чем вы не слили нож, затачивать.
тяжкие телесные, такие как попадание в лицо, да, или как бы летальный исход, они приводят к другой степени ответственности, чем легким телесным повреждением. Легким телесным повреждением, собственно говоря, мы можем относить с большой вероятностью это повреждение рук, но и до какой-то степени ног, но по ногам, опять же, в случае вооруженного человека, туда, ну, в принципе, в общем, лишний раз лезть. К тому же здесь у нас уже петельная артерия, да, и, значит, практически любая агрессия, то или, ну, иметь какое-то представление, свое мнение по этому поводу, или сталкиваться с такими ситуациями, если нашел видеозаписи, то что он, собственно, отрабатывает. Практически любая агрессия – это всегда руки. Никто вот с дистанции не пинает нас сейчас в грабе, да. Это всегда сокращение дистанции, это всегда руки, вооруженные руки. Ну, то есть, там, либо вас хотят схватить, либо вас хотят ударить, либо еще что-то. Но есть вот этот момент, что не может человек агрессировать, да. Обязательно будут руки. Поэтому это работа, собственно, то, чему нужно. Чтобы не тратить очень много времени на работу по безоружным рукам, хотя это тоже полезно отрабатывать и достаточно интересно. Так, например, в большинстве упражнений, где мы работаем против группы, да, задача именно лежака, на мой взгляд, сохранять эту дистанцию, продолжать переключиться на работу корпуса, было достаточно легко. Но и то лучше, если это будет в первую очередь, во вторую ноги, и в третью вдох голова. И вот в четвертую лучше даже вообще исключать это. Голову дает останавливающий эффект точно для попадания. А у кого бывало даже там, небольшие сечки, там, деревянные имитации, еще чем-то. Маленькая сечка, если на лбу крови достаточно много, это мешает продолжать бой, действительно это заливает глаза. Кроме того, обычно, когда здесь есть что-то, и человек видит кровь, в отличие от колющей, тоже у многих очень много, там, драки, что-то, ну, человек чувствует кожу. Да? А когда есть визуальный эффект, это достаточно заметно. И обычно человеку интереснее становится заниматься своей головой, чем правильно. Причина достаточно проста, потому что достаточно трудно определить степень повреждений, когда вам в голову попали. Пробили, не пробили, там, как с этим ситуация обстоит. То есть хочется на самом деле лучше, чтобы там начинать заниматься. Поэтому вот по останавливающему эффекту, и опять же, повторюсь, это будет, ну, это, скорее всего, тяжкие телесные повреждения, обезображивание лица, да. Но это если вы не попадете в шею, это не и опять же, не говоря уже о том, что голова всегда не защищена, по максимуму шапка, если есть шапка, да, а просто, да, еще, опять же, надо и дотянуться, и вот какая-то проблема. Поэтому, опять, подводя итог, в первую очередь, это руки. Руки будут все равно близки. Будет человек вас бить, будет вас хватать, или будет у него оружие. Руки будут близки. Поэтому мы начинаем гоняться с руками. Что получается? Значит, встаньте только. Значит, момент первый.